Кто это? Ёп. Без подсказок. Никакой подсказки. Ребята, мне 17 лет. Я без понятия. Я его не знать не знаю. Операция И. Бриллиантовая рука. Как же попугай-то? Юрий Гагарин. Евгений Ширяев продукцион. Матвей. Я Женя. Привет. Ты молодой парень, тебе лет 20. Молодой парень, мне лет 19. А, 19 лет. Слушай, ну прикольно, что, в армию же таких молодых не берут сейчас? Вот, почему не берут? Воевать-то, нет? А, ну, сложно сказать. Ты не в курсе? Не, я не в курсе. Вчера объявили, я все время боялся, что заберут родственников. Но пока мне ничего не присылалось. Что думаешь по всем этим? Не знаю, я был против этого всего, я и остаюсь против этого всего. Я за мир. Как бы зачем война, собственно? Никто этого не знает, никто не поймет. Тебе 19 лет, а сколько мудрости в твоих словах? Я скажу больше. Мне 17 лет. У меня есть друзья на Украине. Они говорили, вот когда это все начиналось, что они переживали о том, заберут ли их родители, заберут ли их дедов, там, отцов. Сейчас наша очередь. И у нас сразу все начинают говорить, что ой-ой-ой, зачем эта война? Ну вот у меня родственники просто есть такие. Поэтому я не вижу смысла дальше. Да я и не видел смысла, да, в принципе, это все продолжать. 22-й год. Люди катаются на моноколесе. На сноубордах, извини меня. На сноубордах катаются по городу. Как бы вот так вот. Я вас как будто даже немножко нагрузил. Не, мне приятно слушать твои слова. Что не каждый готов сказать то, что говоришь ты, потому что многие вещи сейчас нельзя говорить. Нельзя говорить. Сразу же тебя вот это там... Да. Сейчас приедет милиция и будет дело шить, понимаешь? Прямо поэтому иногда просто боюсь сказать слово «мир». Слово «мир», я думаю, можно ли его говорить? Я просто хрен тоже знаю. Ну, да. Можно ли его говорить? Не знаю. Ну, просто уже все это достало на самом деле. А еще больше, я еще спокойно относился к... Ну, никак не спокойно, понятное дело. Я просто все новости отключил, которые телевидение. Все от себя отключил, как бы я пока здесь. Ну, оно понятное дело, что там все плохо, все жутко. Но смотреть, нагнетаться я как-то тоже не особо хочу. О, а сейчас у нас развлекательная передача. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Добрый вечер. А рядышком со мной стоит... Матвей. И это развлекательная передача. Очень. Очень развлекательная передача. Я Матвею задам 5 вопросов. Так. И если Матвей ответит правильно, он получит подарок от нашего спонсора. А наш спонсор кто? Евгений Ширяе Продукцион. Это скотина, которая есть в описании. Это пацан молодой. 16 лет, он бородатый, у него с волосами, у него есть кожаная куртка у него есть. Да, вот и он ведет свадьбы. Корпоративы там всякие разные, там видосы снимает. В описании все есть. Это наш спонсор, от которого подарки. Итак, Матвей, первый вопрос. Так, я уже настроен. Надеюсь, он не совсем. Ну, посмотрим. Какой былинный богатырь лежал на печи 33 года? Илья Муромец. Вроде. Или да? Да, Илья Муромец. Я уверен. Это правильный вопрос. А ответ? Вопрос-то правильный. Кто сломал сказочный теремок? Опа, медведь. Вроде медведь. Вряд ли мышь. Я не помню на самом деле, но давайте медведь. Пусть будет медведь. А я смотрю, Матвей, ты вундеркиндер, да? Есть такое? Вундеркиндер, именно. Вундеркиндер сюрприз. Жители какой страны называют свою родину Суоми? Чабо. Свою родину, как называют эти люди, Суоми. Свою родину называют Суоми, эти люди. Суоми? Суоми. 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 Я должен назвать людей? Людей. Жители какой страны называют свою родину? Я без понятия, Суоми. Поэтому я отвечу, это же развлекательная передача. Да. Я отвечу, что это страна солями. Нет, давай будет это серьезно. Я не знаю.
солями? Спасибо Максиму, который подсказывает Матвею. Максим стоит за пультом управления. Но это неправильная подсказка. Я могу подсказать себе. Могу подсказать себе. Но, к сожалению, призы будут не такие дорогие, какие могли бы быть. Я не отвечу на этот вопрос. Последняя буква этого слова, этой страны. Буква Я. Якорь, Ермак. Последнее. Ярило. Нет, это последнее. Ячмень. Последнее. Якутск. Это первое. Елупень. Так, ну, я тебе говорю Я, чтобы и слова на, ну, на Я. Последняя буква Я. Последняя буква Я. Да. Это может быть Япония. Ялочка. Ялочка. Нет. Якуточка. 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 Это все на Я. Я понял. Я не знаю. Ямало-Ненецкий округ. Это на Я, на Я. Хорошо, будет... В общем, подарок будет так себе, сам понимаешь. Завтра. Первая буква, буква. Франция. Нет? Факел. Фалос. Я вижу, что Максим, видимо, знает ответ и очень сильно угорает. Финикулер. Фантастика, фантазия, это все слова. Шучу. Если вы не понимаете, почему я говорю все эти слова, потому что они на букву, первую букву этой страны. Фантазер, ты меня называла. Он подсказывает тебе. Кто? А ты должен читать по губам. Финляндия. 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 Они называют себя Суоми. Итак, рубрика «Узнай чужой хлебал». Кто это? Йоп! Без подсказок. Никакой подсказки. Ребята, мне 17 лет. Я без понятия. Господи, я даже не знаю. Во-первых, он черно-белый, скорее всего, это очень старый человек. Я его не знать не знаю. Блин. Да. Блин. А как же операция «Ы»? Ну, а как же бриллиантовая рука? Бриллиантовая рука. Ну, как же бриллиантовая рука? Я смотрел, а как, я не помню. А как же попугай? Скоро. Как же попугай-то? Анекдоты они рассказывали. Попугай-то. Попугай. Как же вот этот цирк, этот вот клоун, вот этот вот. Нет, его, вот и Вицин, вот, вот они, Моргунов, извини меня, да. Матвей. Извините. Игуй. Первая буква его фамилии. Так. Н. Н. Наубиолина. Никель. Носорог. Нигутин. Носорог. Что? Помогите, пожалуйста, девушка, вот этому не очень образованному молодому человеку. Очень. Я вам покажу фотографию. А здесь сложно. Я вам покажу фотографию. Вон человек. А вы уже участвовали в этой передаче. А, да. Хватит. Хватит вот этой... всего вот этого. Юрий! Гагарин. Никольский. Никуров. Никулей. Акулейский. Никулин. Юрий Никулин. Никулин. Я так и думал. Если ты посмотришь бриллиантовую руку, ты не обломишься вообще. Я смотрел, когда ты у меня был кайф будешь такое ловить. Я смотрел. Про что там? Про то, что чувака... он каким-то образом остается без сознания. Его путают с человеком, который должен был вести в своей руке бриллианты. Ему накладывают гипс. Там в этом гипсе... Ну, слава богу. Вот и все. Строительство какой башни бог? Бог. Прекратил, заставив людей говорить на разных языках. Это я, если скажу бога одного... Да не бога нужно назвать. А кого? Строительство какой башни? Башня. Они строили башню, они стали трепаться на разных языках, у них перестало все это получаться, потому что они прекратили понимать друг друга. Называется... Город такой был. Город такой был. Да. И башня такая была. Да. Но она прекратила строиться богом, потому что люди не знали свой язык, так как это вполне языческая башня. Ты много басен знаешь, вот эти вот башни? Нет.
Первая буква этой башни — буква В. Винокур, ванилин, Вьетнам. Давай, ты подсказываешь, а подсказчиком, Максим, извини меня, должен быть я, понимаешь? Мы здесь делаем шоу. От того, да, что там губами своими шлепаешь, ты мне шоу это прикольнее не сделаешь, Максим. Да. Не надо выпендриваться, что ты знаешь все вот эти вот слова. Это ребенок знает, блин. Кроме Матвея. Но он уже взрослое дитя, у него уже извините, пушистые усы. Простите. Так. Первая буква В. Владимирская башня, есть такой? Ванадий, Вилка, Вонь, Валькирия. Это хотя бы в какой стране? Такие подсказки. Это было очень давно, тогда еще непонятно, какие были страны. Если бы я знал, в какой это было бы стране, я бы ответил бы, в какой это было стране. Но я не знаю, в какой это было стране. Но эта башня называется так же, как и назывался этот город. Это очень популярный город. Популярный город на букву В. Что еще? Заканчивается на букву Н. Ой-ой-ой. Заканчивается на букву В. Вторая буква А — это ва, 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 в, ва, в. И буква Э — ва, в, ва, в, вави, вави, Вавилон, 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 Вавилон. Все. Вот тебе чупа-чупс, это подарок от спонсора, от нашего. О, спонсор, все, молодец, чупа-чупс. Спасибо нашему спонсору. Ладно, за все говорить. Вот эти вот... Спасибо. Да. Посусекаешь, слушай, посусекаешь на досуге. Да? Такая передача. Такую передачу вы можете смотреть с удовольствием, ставить на ней комментарии, всякие лайки писать и дизлайки, это где-нибудь тоже в комментариях. В описании, естественно, есть спонсор, который дарит людям чупа-чупсы. И не забываем, что шоу переехало на другой канал. Если не это видео переехало на другой канал, то другое видео переехало. Продолжение. Продолжение всегда будет переезжать на другой канал. А это продолжение будет в описании. В описании и в прикрепленном комментарии будет продолжение этой передачи. Какой хотя бы канал? Я жду. Евгений Ширяев, это называется тот канал, где всегда канал это называется? Было. Да, так всегда это было. Евгений Ширяев, это спонсор нашей передачи. Мы назвали его именем этот канал. Но новая стратегия, мы переезжаем на другой канал, который называется пока Е Ширяев. Потом будет, конечно же, ребрендинг. И по-другому будет называться этот второй канал. Шибренко, точка. Что? Шибренко, точка. Или как его там? Ширяев, 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 Евгений. Точка. Ширяев это... Ширяев это вообще... Ширяев. Ну это какой-то Макдональдс уже. Я молодец. Ты молодец. Ты мне сделал хорошую передачу. А-а-а. Это классно. Да, ты молодец. Тогда я рад. Да. Ну все тогда. Мне нужно окучить еще кого-нибудь тогда сегодня. Все. Да. Нет, не отвлекай меня, я тебя умоляю. Я прекрати меня я отвлекать. Все, иди с Богом, мой друг. Последние пару месяцев я не смотрел. Поэтому... Когда ты посмотришь что-то... Что, прости? Идет что видео, просто? Да? Идет съемка, да? Я хочу сказать тебе, Евгений, спасибо огромное за то, что ты делаешь очень крутые ролики, коротенькие, интересные, задаешь, самое главное, очень хорошие вопросы. И я всегда считал, что у меня довольно-таки неплохое образование. Ты про видео «Блюющий Геленджик» или «Рукожоп Скалолаз»? Рукожоп скалолаз, да, неплохое видео. Да, отличное, да. Да. Мои детишки. Каждое видео — это мой маленький ребятенок. Вот. Потом есть видео, где рукожоп, рукожоп меняет аккумулятор в колонке JBL. Дашь договорить, пожалуйста. Ну, классный видос. Евгений, я хочу сказать спасибо за то, что ты вопрос, который задаешь, на некоторые вопросы, ответы я не знал. И я потом лез куда-то в интернет и искал это все. И я узнал что-то новое. Поэтому вот это и хотел сказать за это спасибо. Все. Ни за что. Ни за что? Ни за что. Хорошего дня вам, друзья. Тебе тоже спасибо. Не, я говорю, потому что видео хорошее. Это рукожоп делает шашлык, а? Рукожоп делать шашлык, вы это посмотрите. Очень, очень полезное видео. Евгений Ширяев продукция.